А ми продовжуємо п'яту серію проходження The Last of Us Part 1. Далі буде цікаво, поїхали! А серія яка? Серія номер 5, я сказав, п'яту серію. Ні, не казав. Казав. Ні, не казав. Напишіть коментарі, казав. Скиньте донат Колі на лікаря, щоб вилікувати його. Що? Цю як її. Склероз. Простату, блядь. Переглянуть треба. Так. Так, прийшов. Наче ми туди йти, так? Да? Наче? Ні, туди не йти, то кафель. Іди кафель. Іди в кафель. О, що там? Там щось ми... О, бутилочка. А, вони стоять, вже ждуть, я тут параною. Це, тут коктейль мой. Клянь рукав. Цикади. Ага, що тепер? Там же, ага. Отложи. Что, быстро... Ну, короче. Идем. Да. Прицелюсь, похоже, я дела у них и тут хреново. Надо сейчас, да? Надеюсь, у Капитолия нас все-таки встретят. Да не парься ты. Вот так. А ну выбери вот селект, нажми, чтобы. Дивись, ты можешь робить коктейль молотов. А ну попробуй зробить еще один. Нажимай. Нема жидкости. Нема рідини. Рідини жидкості. Ну все, йде. Це якесь метро, я так поняв, на клаву. Underground. Мапа метро. Наступна станція Оболонь. Станція Оболонь. Іди. Обережно, двері зачиняються. Шановні пасажири, будьте взаємно вічні. Вступайте з місцем у вагонах поїздів інвалідам, людям, як ми здання попали в метро. Пасажирам з дітьми. Станція Лісова, кінцева. Виїздали не діти. Звільніть, будь ласка, вагони. Шановні пасажири, Бачив. Ми бачимо виходи. А їх там по звукам немало. Ти вперед, я прикрою. Спасибо. Елі, держись рядом, не відставай ні на шаг. Що тепер? Що роб... Ти поняв, що роб? Ну, тут треба кидати пляшки. Привезеш мені нахуй пляшку і кусочок сала, блядь. Хліб мене є, нахуй. Куди? Кудись. Л, щоб переміщатися без шуму. Це так, так? Да? Ну, просто. Кидай! Біжі, кидай! Куда бігти? Ти знаєш, куди бігти? Ну, думаю, а, он виход! А значить, треба бросити сюди. Ну, давай так. Три штуки бачу вже. Наліво. Залазь сюди в комнату. Іди! Що побачить? Шукай якусь пляху чи щось таке. Палка мені не треба? Пригодиться. Не щас, в мене палка є. Та ні. Де пляха? Ти ще бігаєш. Я сюди прийду. Якого дам? Подожди. Він якраз на нас іде. Ну, а бить тобі, да? Та ні, бить, мабуть, не варіант. Сюди не йшов, йшов. Треба далі отуди продвигатися. Хорошо, значить, треба що мені? Мені треба... Ну, якусь пляху знайди. Щось, роби щось! Мною ходити. Робити треба. Не страшно. Іди наліво. Наліво, блядь. А там нема нікого, так? Да? Вікно має. А вік, де вікно? Усьо. Прямо перед тобою. Це двері. І тепер наліво. Його нема там. А отут? Тут не знаю. Усьо. Тут воно є. Ага. Може якийсь пляхан є? А щас я ось сюди. Та йди ж бистріше! Ти мене почує. Він все одно не бачить мене. А то це обичний зомбак, yeah. Його можна ззаді завалити. Yeah. Та виключи режим цей, він буде йти 2 кілометри. Давай. Так я щас не почув. Виключи цей режим. Та я тебе, блядь, тихо нахуй.
Мого нема. Щось випало. Середній патрон. Так, ти... А ну прямо тут. Так, так, прямо. Воно кирпичик, і туди в зал кинеш прямо, поняв? Прямо вперед в зал, туди. Туди? А йти куди? Я йду туди, куди треба, парадими ти. Наліво підеш. Вот, вот там типа як зал, я так понял. Сюда, да? Он кидай туда, да. Так, подожди, пока они набежат. А ты коктейль можешь кинуть, они будут ще й горіть. То йди наліво. Тут не спеши, наліво. Ще наліво, ще наліво. Ты провтыкал. Ну, ему надо вот сюда прыгать. Прыгать. Наліво. Кому я? Куда наліво? Куда? Оно, бачиш? Ми почти вибрались. А звідки ти знаєш? Предчувствие. Усю валю! Я. Блін, тебе завалять. Ладно, вали в голову. Только сразу потом вилізеш на оцю лестницю. Як його валить? В голову з пістолета! А як вибрати з пістолета? Боже мій. Ще раз. Не вліз сразу наверх. Як? Ну, щоб Ігрик загорівся, підійди. Давай! Не загорівся. Ти кисар. Ой, блядь, гнилявка, ёбаний. Що ж в тебе має бути, блядь? Просто песня. Так то цвіркун, його ж не зяду. Хто сказав? Я. О, я вже гляну. А ну покажи, що ти за. Пробуй його так посередині. А, так він тут стоїть ще? Естественно. Попробуй за сушку, попробуй. Ні, ні, ні. І я сыграю. Ні, стоп. Ну вони свалять. Що, тепер я можу підняти? Ти встань, може. О, можу. Так встань. Пошла. Походу, поки він рядом стояв, не можна було вибліз, да? Що там, пав? А тілочка ж були. Давай, Татошка, вилазь. Блін. Патронів секунуло. Що далі? Все, ми типа метро пройшли? Ти не ищеш легких путей, да? Пішли назад. І куди нам, Тес? Назад. Капитолий в той стороне. А за мото? Шо? Смотрел. Все, мать. Побігли. Так, як сюди. Походу нема, да? Как нам перелезть грузовик? Та ныряй. Сейчас поди. Воу-воу-воу-воу-воу! Ебать, ну, Марин, идёт! Всё? Нет! А ну шо в них там? Всё, бля, всё, надо. Патрончики есть? Нет. Джо, Джоэл, порядок. Джоэл. Что за имя, блядь? Так, давай закрыть пошёл. Тебе сюда иди. Вроде того, что меня укусил. У него тоже лицо было. Недавно заразилось. В смысле лицо? Сзади, сзади, сзади. А вот там, дивись, а, чего значит, нема. Значит, тут ноги. Пора валить. О, шо ты такое? Ты все взял? А куда тебе идти надо? Ты ж так можешь двигать, туда надо толкать. Это как, сука, с тележки в АТБ, тоже, сука, с полной, да? Вильна касса. Что за звук?
побалтаем. Все, погнал. Грим гримит. Бомж спит. Треки. Мадам! Та отчиняй двері. Що так медленно? Що, я б уже не знав, реально зі мною таке було житті, я б вже давно не знаю. Ти слабенький. Старий, Саша. Быстрее. А не що? Знаю! Їхони, бабони! Воу-воу-воу-воу! Ой, бля! Сейчас сзади, да? У тебя 13. Что-то на ноге. Курва! Жесть. Что тут? Теперь надо найти выход отсюда. Ключики, барбулючики. Посмотрим, что там. О, это ж цей стол. Значит, у тебя иммунитет? Верстак. Лин так считает. А как тебя укусили? А можно... Где это видано, чтобы в зоне напали зараженные? Модификация. Чому? Я любила удрать. Що, скорость перезарядки? Я вам ємність магазина, це в першу чергу. Да, побродить по городу. Я в торговом центре наткнулась. Сколько добавлено? Туда полностью закрыт проход. Шесть. Угу. Как ты туда попала? Тут, наверное, да. Потихоньку. Потихоньку. Короче, там оказался один такой, как вы говорите, бегун. Он меня укусил. Вот и все. Ясно. Все, на 43. Марлин видела, как тебя укусили? Не надо. Нет. К Марлин я обратилась потом. А цей пистолет. Странно, что она тебя не пристрелила. Она хотела. Только скорость перезарядки. Ну как ты, это ж барабан. Что-то. За нее можешь не волноваться. Можно скорость перезарядки добавить. Ну давай. На сколько? На 15%? Мне интересно, что он там поменяет. А ты не мог без деталей подкрутить отвертку? Рады же мне колхоз. Вот это. То, что масло, мы... масло. Маслом не мазать. Там масло дохуя. Заклине. Так, що тут, двері є? Так, подивись. Що тут? Не немає нічого, немає нічого. Немає нічого. Так, а оцей фургон можна залізти? Так. Можна. Йому єсть. Ні! Ні. О, водичка. І бутилочки. А на водичці можна робити аптечку. Дивись. Чік. Скільки по аптечку? Чік дві. А цю пляху? Ні. А ты же мав води. Те ж саме надо, що і на аптечку. Та ні, аптечка це в пріоритеті. Ну все. А що ти в руках? Аптечку ж. Помор! Так, диви, восьмизарядний піхель тепер. Нормал. Що тут? Тут бабчик. А що там таке є? Хуї! Бабчику пустота. Один раз нам повезло, в одному ящичку було. О, я рифмоплёт. Один раз нам повезло, в одному ящичку було. Так, дві двері, варіанти були. Тут нічого. Тут теж нічого. Тут... Продуктивна кімната. Давай сюди. Ух, йохти. От де, асасін. Нема. Нема асасін? Опа. Що це таке було? Тряпочка якась. Слышь, а в ту другу дверь ми не пішли. Давай верно. Давай. Це ти їм кажеш? Так, дивись, тут було ось двері ця. Стоп, 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 стоп. Как это не вместо? А, це такий же револьвер. Подожди, а если його взять, вибрать, поменять? І що ти зробиш? І перезарядити. Ні. А це ж просто пеха. Прикинь, лишні патрони, це взагалі. Та не патрони, там пеха.
Хей! Я так и думал, я не говорю. Что ты разбила? Простите, я случайно. Шутаешь. Извините. Идем, нет. Положите. Так, нам наверх, ребят. Мадам, нам наверх. Брат, вот тут что-то чисто. Чёрт. Шо? Вот там. А что, блядь, пидос? Старый музей. Мыло. Некоторым вещам тут сотни лет. Правда? Нет. А, тут кораблики. Музей. Оп. Давай. Ножики. Сабля, какая-то. Че саблю не взять? Вот это вообще жир. Че саблю не взял? Так, что разробники. Покумекать отец. Дабельку взял и пішов. Шух. Ті можна було рубати ті. Конці води. А що ти туди не пішов? Ти що, олінь? Що, звернутися? Вернись до мене. А, ви всі пішли туди. Вона тупік. Тичка є тут. Хто? Тичка? Тичка тупік, так. Нема. Є. Тичка тупик? Тупик. Ну тупик, тупік, я не знаю. Тупик, тупий. Саблю хочеться. Сейчас пригнитесь. Ну, пошли, пошли. Пригнитесь. Боже, что ты такой тупый? Олень. Я застав бомжа Богу молиться. Я пойду завал. Опять они. Дэс. О, вот эти чертяне, они сейчас меня сожрут, и ты будешь играть, я тебя не переживу. Убий його, убий. Так, а тут що? Куди йти? Ти взагалі куди? Я не розумію. Так що, без варіантів? А є. А ну розверни. Розверни. Ще розверни. Оце що? Боже. Яке кончене. Чи зразу туди не піти? А видать воно тільки відкрилось. Асасін. Воно. Так а що, їх вали? Я не знаю. Ти можеш так скоро? Блін, не один. А ти крадись, вони тебе не бачать, не чують. Крадись, просто йди. Шукай цих дітей. Асасін це взагалі тихий ход. От біля них ходи асасіном. Мама мене побачив. Так я ж кажу, біля них ходи асасіном. І туди кидай. Вони ж сліпі, бля. Блін, я жаль. Ж на картах не ходив. Пизда. Асасін. Вон. Воно отам. І отут, ось сразу. Аааа! Блін. Асасін, іди ти, Хасі. Мені треба терпити. Асасіни ти хесен піде. Ти ж коли з асасіном йдеш? Ну туди кидай. Так, ти що ти робиш? Ну, йди туди. Асасін, асасін. Хоч гукаєш, блядь. Коли асасін. Все нормально. Аж ладошки потіють. Ааа. Ти можеш вставати. Так, на низ чи наверх? А як ти? Давай наверх. Давай. Ау! Так, страшно. Бросай. Вони тебе бачать. Все. Ти
Блин, их там валят. Нихуя себе, блядь. Я въебал, блядь. Ого, моторно. Гэнг. Нормально. Эй, идите сюда, Элли. Там еще кто-то. Ассасин, глянь, где кто. О, что там они, подивись. Стрёмно. Чё, вообще дышит? Да. Смотри, как я сейчас работаю, их двое. Честно. Ты что, впал? Не, блин, резко прилинах! Все кончилось, я расслаблен. Ага. Так. Что мне рубить? А. Валы, он дикий где. А, сейчас ты будешь играть. А ты вообще получше он рубил. А, в тебе девка защищала. Что? Опять? Я такий, блядь, сейчас я их в камеру навалю. Мы нашли свою эту. Перезарядил. Туда. О, еще откуда он взялся, бля? Сзади. Что ты? Давай. Погнали. Ах ты, падла, вот так ты можешь, да? Сейчас. Впереди! А в ближнем бою уже вали. О, вали, одного вальну в голову. Повезло. Ассасин! Возьми патроны. Ассасин. Разряжай. Там патроны были. Взял? Взял. Ассасин. Фу, блин. А, все, я не сказал, вот был. А, без фонарика херово. Не видно, я выключу, как олень. О, бутылка. Слышишь, так повезло, что они двое на меня бігли, я одного просто попал, случайно. Да я тоже дивлюсь, куда ты стрелял. Так бы они двое меня з'їли и вирягали. И я б начал играть. Нельзя так двораться, одно, блин. Коленом. А что вообще с жизнями? Жизнями плохо. Патронами тоже резко, блин. О, черт. Что там? Шайзе! Так, давай пошел. Да спроси, что мне интересно, что она так черкнула. Черкнула? Черкашина вот так. Смотри, какие рассветы. Где кирпичи? Светана, край неба палала. Хоть наконец это будет светло, боже мой. И то есть локация не меняется давно уже, глаза заморили. Сюда иди, ты тупишь. Сюда А-а-а. Быстро, спидран! Спидран, давай! 4 часа! Нам на ту сторону. На яку? На оту! На оту, ты что, не знаешь? А, ты не туда пішов же? А ну ж, дай. Не? Опа, шо? На что это похоже? Нести. На твою бывшу. Я понял, куда это вот там. Где? Доски, лесопилка. Одна. Доски, пиломатеріали, обрізна, панера. Нера. Положить хер на геймплей. Ну вот. Только иди осторожнее, она немного... Перну. Я ж кажу, помийся. Що ти там побачив? Тато, диви, море. Паде море. Ще не знаю. Ну вид. Вид зашибенний. Ідем туди.
Не расстраивайся. Эй, соберись. Тряпка. Помой полы. Ганчирия. Ганчирия. Шкарпетка. Вонюча. Почти пришли. Не зевай. Есть, мэм. Батю раскомандовал. Не, не исты хочешь. Есть, мэм? Ой, як гарно. Ой, як гарно. О, слепнень. Он прямо за поворотом. Марш. Так прямо, через поворот. Иди, все, вставай. Бля, не дают даже пройти эти бобы. Бобы, туди-сюди. Куйка, балфак. Дамы, дамы. Там... Це точно бобы. Так, что у нас там... Можно? Сюда можно? А тут крыша есть. Бачите, значит, надо... Специалист по мусорным бакам. А как ее зовут? Двери. Бомж. Двери. Что я роблю не так? Поломалась каталочка. Джоэл, да? Джоэл, точно. Джоэл бомж. Джоэл бомж. Бомж. Бомж Джоэл. Дай бомж Джоэл. Бомж. Очень Джоэл бомж. Так. Надо же. Так. Фінішна прямая. Блін, у мене це привичка. Я грав в ігру Dust Gone. Dust Gone називається. То там, коли ментовська машина, то там є патрони всегда. Відкриваєш багаж. А в таксістка що? Таксістка нічого. А, там запчасті були. Ні, в таксістка це так. Я не основний від діяльності. Ти так, ти розвал. Так, я ще до бізнесмен. Хорошо, что Марлин выбрала вас. Марлин, это же рыба такая. Знаю, нет, зато это афроамериканка. Но... А, нет. Пытаюсь сказать спасибо. Да не за что. О, туда показывай. Ты ж по-любому какой-то сейчас хер дивится, а ты каже, боже, какие они дебилы. Привет, чувак, да, мы дебилы. Но главное, что ты дивишься. Да, то ж, ты тоже дебил. Дивись, обсирай, обязательно. Да. Если ты хочешь нагадить в комментариях, а, только больше шести слов. Ты можешь это сделать. Больше шести слов. Як ты с креативным. Ну, чтоб пикало, а не дебил и все. Ты мне каждый нет, день чуешь. Нет, нет. Что такое? Что теперь будет? Что ты делаешь, Тесс? Господи, карты, может быть, у них блок-карты. Четыре позиции, я сейчас покажу, карту привез. Или хоть подсказка, куда идти. Слушай, хватит, ну сколько можно? Столько, сколько нужно. Где их лаборатория? А она не говорила. Кажется, это где-то на западе. Что мы здесь потеряли? Это не наше дело. А что ты знаешь о нас? Обо мне? Знаю, что ты умнее вот этих. Да ну. Знаешь что, Джоэл, мы с тобой очень дерьмовые людишки. Мы с тобой выживаем. Это наш шанс. Все кончено, Тесс. Мы попытались. Нам пора домой. Нет. Но обосрались. Я никуда не пойду. И не подтерлись. Я уже пришла. Ну почему? Везение не может длиться вечно. Да что ты несешь? Не дрожь! Не трогай меня. Вот черт. Она заразилась. What? Какой у нас? Джоэл. Покажи мне. Не надо, Джоэл. Покажи мне. Show me a river. Покажи мне. Господи. Классная татуха. Весело, правда? Так укусы малу и все. На противоядие. Трошки крови выпьешь. Не, не так вот, все просто. Сам посмотри. А. Меня укусили час назад, ее 3 недели. И ей хоть бы что, Джоэл! Ты должен отвезти девочку к Томми. Он знает этих людей, знает, куда нет, идти. Нет, 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 это твоя затея. Я здесь ни при чем. Нет, послушай меня. Послушай, я знаю, ты не откажешься выполнить мою последнюю просьбу. Ты отведешь ее к Томми. Это ще вам маніпуляції. Да, маніпулятори. Це ж дами, дами. О, зараз буде последняя просьба для всіх. Що? Предлагаєш тебе бросити? Да. Я не оставлю тебе. Я не хочу превращаться в чудовище. Тобі для цього нічого не треба. Удача хуже. Пожалій же ти мене.
Я не могу. Нет, уходи! Я не могу играть, я не актер. Пошел вон. Иди нахуй. Ніколи не обсирайте людей через їхній зовнішній вигляд. Елі. Валік, ти виглядиш шашки, звісно. Пойдем. А внутрішній вигляд можна обсирати? Внутрішній взагалі легко. Кишки і так собі каєш. Боже, яка печінка. Збільшена, збільшена. Скільки ти бухаєш? Так, що нам треба робити? Тікати, не? Что за нафиг? Це не та игра. Стой. Мы ее просто бросили. Хватит. Выстачи. Давай, надо уходить. А знаешь, что я помню? Мамочки. Что подошла до конца пятая серия. Ого! А ты спостережливый. Ставьте лайки, подписывайтесь на наше видео, пишите комментарии, донатьте. Мы вас очень любим, и наступные серии будут еще чекать. Цікавішими. Всім пока. Пока, хлопчики і дівчата.